Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал хадис عند الترمذي: "Ала унаббиукум бима ямху Аллаху бихи аль-хатая ва йарфа'уху бихи ад-даражат". Сахабам сказал саллаллаху алейхи ва саллям: "Не рассказать ли вам то, через что Аллах субхана ва тааля прощает грехи, стирает грехи и поднимает уровень дараджат перед Всевышним Аллахом, поднимаешься?" "Кулна бала я расул Аллах". Сахаба сказал: "Скажи нам, да, расскажи нам, посланник Аллаха". "Каль" — первое — "кафратул хута иля аль-масаджид". Это когда мы много ходим в мечеть. Чаще приходить в мечеть, молиться Всевышнему Аллаху субхана ва тааля. Второе — "ва исбагул вуду аля аль-макарих". Это тщательное омовение в затруднительных ситуациях. То есть, например, человек болеет или холодно, или у него что-то болит, тяжело ему брать омовение, тщательно, когда берет омовение во время затруднительных ситуаций. Ас-салату ба'да ас-сала — прочитанная молитва, прочитанный намаз после того, как ты прочитал предыдущий намаз. Фазаликум ар-рибат — интизару ас-салати ба'да ас-сала. И когда человек выжидает намаз, например, прочитал аср, зухр, особенно вот в зимние времена, там аср совсем близко к зухру. Прочитал зухр в мечети, иншаллах, и ждет следующий намаз аср. Фазаликум ар-рибат, фазаликум ар-рибат — сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, это ваша твердость, выдержка, это ваша выдержка. Куллаха фи ас-сала. И все эти вещи — это в намазе. Посмотрите, тахарат берешь перед намазом, идешь в мечеть, чтобы помолиться. Намаз ждешь от намаза. Сатакуну мина суада. И в это время человек станет самым счастливым, иншаллах, и в дунья, и в ахира. Хави халатуль камаль — это полное состояние человека. Ибн Масуд: "Иза дахала аль-масджид йаум аль-джум'а, раа саласатан сабакуху, кала арба'ату лайса бибаид, ва хамису арба'ати лайса бибаид". Ибн Масуд радиаллаху анху рано выходил на намаз, пятничный намаз. И когда его кто-то видел, что перед ним пришли уже три человека, он сказал: "Иншаллах, четвертый — это недалеко от Аллаха. Если четвертый из пяти, то пятый из четырех, четвертый из пяти тоже недалеко от Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля". Они спешили и соревновались в этом. Человек иногда, дорогие братья, сломается у него машина, или он где-то убыток потерпит, какая-то проблема в этой жизни, он плачет, переживает за это очень сильно. Семейные какие-то проблемы, сильно об этом переживают. Дети, когда наши болеют, мы переживаем. Но когда мы читаем намаз автоматически и не чувствуем в нем сладости, об этом мы не переживаем. Завтра мы будем лежать в могиле. Скоро каждый из нас уйдет с этой жизни. Пройдет время, пускай 10, 20, 30, дай Аллах всем, иншаллах, длинной жизни, иншаллах, 50, 60, 70 лет. Но положит всех нас на могилу, и знай, раб Аллаха, субхана ва тааля, то, что в темноте, когда ты остаешься, страшно бывает кому-то. Когда мы едем в какую-то гостиницу, там ночуем в гостинице в другом городе, не можем спать так, как спим на своей кровати. Или в гостях, когда у кого-то ночуем. Но знаешь, что будет у нас ночь, страшная ночь, когда нас положат в могилу. Это первая ночь. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: "Валлаху юнаввируха бис-салях". Аллах, субханаху ва тааля, освещает эти могилы посредством нашим намазом, молитвами. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: "Ваджуилат ли куррату айни фи ас-сала". И поистине, саллаллаху алейхи ва саллям сказал, радость моих очей в намазе. Несмотря на то, что Аллах субхана ва тааля повелевал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, давать закат, поститься, но сказал: радость моих очей в намазе. Просим Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, чтобы мы молились, иншаллах, чтобы Аллах даровал нам богобоязненность, иншаллах. Чтобы мы были, иншаллах, набожными в своих молитвах, иншаллах. Чтобы в судный день, иншаллах, Аллах субханаху ва тааля дал нам шафа'а наших намазов, иншаллах. Чтобы намаз говорил и заступился за нас, иншаллах. И чтобы Аллах субханаху ва тааля, когда мы останемся одни в могилах, чтобы Аллах субханаху ва тааля осветил наши могилы посредством наших молитв. Акулу ма тасмаун, астагфиру Аллаху ли ва лакум ва лисаир аль-муъминина мин кулли дзанби, фастагфируху, иннаху хуваль гафурур рахим. الجواد الكريم السميع.